Щоп'ятниці п'ятниці о восьмій вечора Валерій Калниш у програмі Я не можу не спитати. Вітаю це радіо Київ. ФМ. мене звати Валерій Калниш. Це програма Я не можу не спитати. Я радий вітати в студії Гюндуза Мамедова, експерта з міжнародного кримінального права і заступника генерального прокурора України з 19 по 21 роки. Вітаю, вітаю! Давайте почнемо з вашого вашої спадщини. А Ви, коли були заступником генерального прокурора, зокрема, керували так званий департамент війни, департамент, який займався розслідуванням злочинів безпосередньо на тимчасово окупованих територіях, до того ви очолювали прокуратуру Криму. Можна сказати, що те, що ви заклали тоді, воно працює зараз. Що зараз Генеральна прокуратура займається безпосередньо тим, що починали ви. Ну, на самом деле, э, можно сказать о том, что это направление работает. Дело в том, что до 2019 года на уровне государства никто не занимался системно, э, э, системно фиксацией и расследованием международных преступлений. Хотя с 2014 года, как мы все знаем, у нас э, существует э, вооруженная агрессия со стороны э, Российской Федерации. И, Естественно, э, в результате этой агрессии э, у нас на территории, начиная с 2014 года, достаточно э, э, существенные э, совершаются преступления международного характера, а признаки, которые э, имеются, это военные преступления, преступления против человечности. Mm -hmm. Багато говориться безпосередньо після Бучі, після Ірпіня, коли расисти відійшли від Києва Київської області про злочини, які творили расисти, коли були на нашій території. А я правильно розумію, що це саме Генеральна прокуратура зараз займається їх розслідуванням, тому що, тому що я бачив багато інформації стосовно того, що в Україну приїжджали і приїздять міжнародні прокурори. Тож що зараз відбувається, чи можемо ми бути впевненими в тому, що фіксація цих злочинів, по перше відбувається. По-друге, що покарання понесуть ті люди, які їх скоїли? Ну, по той информации, что я владею, на самом деле для зрителей или слушателей хотел бы заметить о том, что прокуратура не проводит расследования. Эта функция у нас по закону возложена на органы правопорядка, а именно на национальную полицию, на службу безопасности Украины и на Государственное бюро расследования ДБР. И непосредственно вот эти три органа, о которых я озвучил, они непосредственно расследуют э, предполагаемые, скажем так, преступления, которые совершались на территории Киевской области. И эксперты, которые туда приезжают, они оказывали всяческую помощь в эсгумации, проведении экспертиз, исследований, связанных с ДНК. Но она такая, скажем так, скорее всего, на уровне консультации, на уровне тренингов, и они проходили. Прокуратура здесь роль играет, роль э, процессуального руководи руководства по этим уголовным производствам и, естественно, общую координацию. Uh -huh. А ну, Качество этих э, производств, на каком уровне это завтра нам э, станет ясно, когда эти все производства окажутся э, в, в судах, э, не только в национальных, но и в международных, э, хотя э, каждый из э, ст э, сторон проводит свое расследование. Сейчас достаточно большое количество игроков на этом площадке, если можно так выражаться. Ну, наравне с, с, национальными органами правосудия также расследование проводят 13 государств. Из них 12 это европейские государства, точнее страны Европейского Союза и, и Канада. Они открыли производство через механизм универсальной юрисдикции, это уточню, что это когда не имеешь никакого отношения к территории, на котором были совершены преступления, они открыли эти производства, потому что речь идет о международных преступлениях, и проводят они. Кроме того, Международный уголовный суд приступил, как вы знаете, к расследованию преступлений, совершенных на территории Украины. И в том числе сейчас занимается сбором комиссия, которая в марте месяце ООН создана, они занимаются также и фиксацией, и сбором этих доказательств, чтобы потом впоследствии эти все факты, которые будут собраны, использовались в, в национальных и международных механизмах. Скажите мне, пожалуйста, с одного боку, это очень хорошо, когда столько структур, держав занимаются сбором доказательств, а с другой стороны, они не заважают один одному? Они используют одни и те же протоколы, они говорят про одни и те же факты. Они не могут как-то координироваться? Я думаю, что с этой проблемой, вы правильно заметили, с этой проблемой будут они сталкиваться. Потому что здесь должна быть какая-то общая координация, хотя это все независимые органы. Мы знаем, что у нас ну, приблизительно 5 миллионов беженцев которые пребывают в этих странах, как раз которые открыли производство по этим фактам. И они как раз работают с этими беженцами, которые на этой территории находятся. Некоторые эти страны именно вправе открывать эти производства, расследовать. Некоторые эти страны фиксируют эти материалы для того, чтобы впоследствии предоставить их в, в Международный уголовный суд. А страны, например, Балтии, Польши и Словакии, они состоят в Международной следственной группе наравне с с Украины, и все материалы, которые они собирают, то есть они отправляют в, в Украину для того, чтобы mm -hmm. они легли как бы в, в доказательную базу в виде улик, доказательств для предстоящих судов. Просто, судов. Про, 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 просто с цикавості. а сколько это людей задеяно? Ну, плюс-минус, я разумею, что точную цифру мы не назовем. В Украине, в Украине. Украине. Ну, в Украине мне, я затрудняюсь говорить, потому что департамент, который мы создавали в 2019 году, он состоял из прокуроров 50 человек. Они осуществляли процессуальное руководство. Но просто хочу напомнить, что на период 2019 года у нас 7% оккупированных были, активные боевые действия происходили в основном на Донбассе, в Крым. Он был просто, к, к счастью к нашему, угу. с, малыми, с малыми человеческими жертвами оккупирован. Хотя купаться это, это факт. А вот, я не считаю э, факты так называемые создания, попытки создания Новороссии, которые, э, начиная с 2014 года, продолжались там продолжительное время, результатом которого привело к гибели э, и э, людей человеческих, гражданского населения, и в Одессе, и э, в Харькове, и в Дипре. А вот, э, сейчас, естественно, объем уголовных производств увеличилось намного. Оно, к сожалению, очень велика. Я часто об этом говорю. То есть с 2016 года по Крыму, а потом с 2019 года по Донбассу, что мы собирали доказательства, у нас на момент активных боевых действий было где-то в производстве 20 тысяч. А начиная с 23 февраля это количество уголовного производства намного увеличилось сейчас около 22 тысяч уголовных производств. То есть, в общем, суммарно можно сказать, что у нас под 50 тысяч уголовных производств открытых по факту военных преступлений, где, естественно, будут и признаки, и преступления против человечности. И тогда надо просто устанавливать, имели ли место системности, и много-много mm -hmm. других определенных правовых вопросов. Но поскольку у нас только... Одна статья, по которому активно проводится расследование, это военные преступления. Вот. И это количество очень достаточно большое. И здесь вот как раз подследственность этих преступлений, она служба безопасности Украины. Количество следователей в службе безопасности Украины достаточно маловато для такого объема. Из-за этого в этом активно помогает им национальная полиция. Знаю, есть эпизоды, по которым государственное бюро расследования как бы помогает вот в этом расследовании ну как бы э, здесь должна быть четкая дорожная карта стратегия и вот исходя из этой стратегии мы должны понимать о том что что будет делать международный уголовный суд что будут делать европейские государства котором есть должно быть здесь плотное сотрудничество хотя э, правосудие это такое знаете очень э, тонкая материя как говорится и они и всегда относятся ревностно когда та или иное государство либо даже даже другие институты власти пытаются вмешиваться в эти процессы, они считают это как бы давление. И в этой ситуации надо пытаться как бы это вот э, уловить этот баланс и попробовать с ними э, продуктивно э, коммуницировать для того, чтобы понимать, какой объем материалов должен взять на себя Украина, которую было бы выгодно, например, заниматься занималась Европа. Ну, как пример, могу вам сказать о том, что если мы понимаем, что очевидные там, например, группы людей, которые причастны к международным преступлениям на территории Украины и активы этих стран находятся, например, в конкретной европейской стране, ну, например, Британия, к примеру. И э, им, естественно, было бы проще э, расследование проводить в этом, э, в этом направлении, поскольку мы предполагаем о том, что вот эти преступники, которые причастны к этим преступлениям, они пребывают в этих европейских странах. И было бы э, неплохо, если бы мы коммуницировали бы конкретно этой страной и угу. говорили бы, что мы готовы вам предоставлять нужную вам информацию для того, чтобы принцип неотвратимости и наказания был реализован. А, Сексуальные злочины... А... Вони, ну як мені здається, такі більш чутливі, і те, що відбулось у нас з відставкою омбудсменки Денісової, з одного боку вона розповідала якісь жахи. Потім з'являється публікація на Українській Правді, де говориться, що не всі ті жахи підтверджуються. А буквально на цьому тижні з'явилось повідомлення від заступниці голови МВС Катерини Павліченко. Вона сказала, що стосується інформації, яку оприлюднювала омбудсменка Денісова, за всіма цими фактами слідчі підрозділи нацполіції відкрили кримінальні провадження. Я не зовсім розумію. Тоді, якщо відкриті провадження, то Денісову за що знімали. Вообще вот эта история был и и в вашему подпорядковании было расследование, бокурование, бул нагляд за сексуальными злочинами. Ваша думка с этого приводит? Во-первых, э, преступление, связанное с по э, половым признакам, это такая очень действительно чувствительная тема. И здесь бы я бы остерегал бы всех от каких-либо каких-то серьезных комментариев, потому что это очень чувствительная тема, и она и в расследовании очень чувствительное для того, чтобы не подвергать жертву данного насилия к повторной виктимизации. И я, честно говоря, за всю свою практику, с которой я сталкивался, к сожалению, даже я вам скажу больше, в 1996 году, когда я прошел в органы прокуратуры, одна из, когда еще следствие было в прокуратуре, угу. одно из преступлений, с которыми я столкнулся, это было как раз связано с, с сексуальным насилием в отношении совершеннолетних. И это достаточно, достаточно чувствительно, эмоционально и очень äh, сложное уголовное производство, и поэтому äh, я бы советовал бы всем своим коллегам воздерживаться от каких-то комментариев по этому поводу. Что касается отставки Денисовой, я не, не честно говоря, не, не сильно прослеживал это направление, но я бы не сказал бы, что его ее именно отправили в отставку именно из-за этого факта. Uh -huh. То есть, по крайней мере, то, что я там прочитал в СМИ, э, в парламенте, то, что озвучивалось, это было э, не было основным главным аргументом, если uh -huh. меня изменяет память. Что касается тех а, а, э, деклараций, которых делал омбудсмен по поводу такого количества а, фактов, ну, у следственным органам необходимо реально открывать производство и проводить расследование, устанавливать эти все факты. Ну, я хотел бы сказать вам а, вот такую вещь, что на сегодняшний день у нас Официально, я не знаю, это информация двухнедельной давности, я об этом в Твиттере даже писал, что количество уголовных производств открытых, их 19, из них несколько производств находятся в Национальной полиции, некоторых службе безопасности Украины. Причем 5 этих фактов были открыты, исходя из средств, опубликованных средств массовой информации. Но это не говорит о том, что количество таких видов преступления, оно... В такому маю. Можна казати так. дійсно, Там називалась нібито цифра 450. Можна казати, що з одного боку це. 19 и 450 это не говорит про то, что это не 450. Может, не и есть. И, но никто не говорит так. об обратном. Mm -hmm. Я просто вот хотел бы акцентировать внимание человек, который наравне с третьим, как вы сказали, департамента войны в генеральном прокуратуре в 2019 году также строил департамент ювенальной юстиции. Это департамент должен был заниматься координацией и процессуальным руководством по производствам, где дети находятся в конфликте, либо дети в контакте с законом. Это тоже была такая очень чувствительная и очень важная работа, которую мы делали, начиная с 2019 года. И мы там часто сталкивались как раз с такими проблемами. И вот сводки, которые я регулярно каждое утро получал, а это, вы поймите правильно, не касается только всех, а касается только угу. детей, которые подвергались сексуальному насилию. То есть, то я вам скажу, что их достаточно большое количество было, но не каждый из этих фактов были реализованы через открытие уголовное производство. Многие родители просто а, не хотят обращаться в правоохранительные органы, как они выражаются, проходить через все ады, э, круги ада, угу. а, а, потому что каждый раз, как психологи нам объясняли о том, что а, допрашивая, проводя следственные действия, процессуальные действия с жертвами этого насилия ты их вводишь опять в то же состояние и это травмирует человека вот почему мы в свое время в 21 году по моему вместе да, 21 год был вместе с, с ООН с ЮНИСЕФ точнее с ЮНИСЕФ мы открыли Барнахус в Винницкой области которая должна была как раз заниматься проблематикой детей которые подвергаются сексуальному mm -hmm. насилию это касается также и взрослых, которые были подвергали сексуальности. Просто из-за того, что общественность может осудить человека, какой-то определенный стыд и, и просто нежелание обращаться. Ну вот я часто слышу от общественных э, организаций, с которыми мы плотно сотрудничаем, что немаленькое количество людей также обращается в, к специалистам, находясь за рубежом и не хотят ничего иметь общего с органами государственной власти. Это определенный вызов для государства органов государственной власти, в частности для правоохранительных органов, для судебной системы, и нам необходимо выработать определенную, скажем так, механизмы, гидлайны, так называемые методику, и где мы должны упростить в некоторых случаях, а в некоторых случаях более сделать его более закрытыми для того, чтобы максимально не подвергать человека повторной так называемой виктимизации. Поэтому подтвердить эти факты либо опровергнуть эти факты я бы не стал. Бы, а просто посоветовал бы все эти факты, которые были озвучены их проверить. Не исключено, что эти звонки были, но это, надо поделить, разделить эти некоторые факты. Они были конфиденциальными, неконфиденциальными. Хотели Альбании, чтобы об этом знали, средства, смысле, знали с правоохранительного угу. То есть это очень чувствительное и очень сложное вопрос. Зрозумело. Слухачам нагадаю, Гендус Мамедов, эксперт из международного криминального права и заступник генерального прокурора Украины 19-21 роки. А, зараз а, в якісь програми я не можу не спитати. Давайте поговоримо про а, міжнародний кримінальний суд. А, якщо відверто, ви розумієте, як, а, який шлях треба пройти для того, аби посадити Путіна. Я максимально спрощую, що має відбутися. Який суд ми маємо побудувати? Цей суд повинен бути в Україні, він повинен бути міжнародний. Як ми будемо притягати Путіна до відповідальності? Як ми будемо притягати поплічників його до відповідальності? Як це має бути, ну, от, якщо б цим займалися ви зараз? Коли ми починаємо строить цей самый механізм в 2019 році на государственному рівні, е... то були вже первоначальне предположение, я вже везли переговори об строительстве так называемого гибридного гібридного механізму, національного механізму. Что это значит? Это когда в, в органы э, правосудия есть элементы международного характера. Мы приглашаем и следователям, прокурорам в суде иностранных специалистов в этой области, э, у которых есть большой достаточно опыт юристов, э, которые занимались международными преступлениями. Оно, естественно, происходит под эгидой э, ООН. Э, э, есть практика таких э, судов. Вы совершенно э, Справедливо зададите мне вопрос, зачем нам такое строить судебную систему, когда у нас есть она на национальном уровне. Речь идет о том, что самый главный вопрос, на который я бы остановился, это речь идет о том, что Украина тоже все-таки является стороной конфликта в этой ситуации, если говорить со стороны а, права. И вы здесь а, ни в коем случае в правосудии не должны вызывать никак внутри страны и за пределами а, сомнения в объективности, беспристрастности, расследование этих производств и, и впоследствии, естественно, угу. и решение этих судов. Поэтому мы вместе с нашей командой, в частности, коалиции «Украина. 5 утра», предлагаем строительство так называемого национального механизма. Кроме того, оно даст возможность обойти так называемый иммунитет человека, о котором вы вспоминали, и не только о, речь идет о президенте Российской Федерации, но и других высокопоставленных лицах, у которых есть функциональный либо персональный иммунитет на уровне национального судопроизводства. Поэтому гибридный механизм, где есть, который может быть построен под резолюцию Генассамблеи ООН, Рады Европы, так скажем, под санкции. Она блекимитизировала бы его международный характер и давала бы возможность, скажем так, обойти так называемый иммунитет высокопоставленных лиц, которые причастны mm -hmm. к предполагаемым преступлениям на территории Украины. В чем еще важность, наряду с этим, и еще факт самого преступления агрессия, да, которая из-за того, что ни Россия, ни Украина не являются странами-участниками римского устава, из-за этого Международный уголовный суд не может открыть производство по преступлению агрессия, а из-за этого Украина, в частности, сейчас ведет активные переговоры во главе с администрацией, офисом президента и министерством иностранных дел, где предлагает так называемый трибунал по агрессии. Это своего рода такая правоприемница судебных процессов, которые происходили в середине 20 века. Я имею в виду о Нюрнбергском процессе и mm -hmm. токийских процессах. То есть аналога этих процессов никогда не было. То есть это, скажем так, коалиция стран, которая объединяется для строительства вот этого такого гибридного суда, который будет судить именно ну, тобто, за преступление агрессии. Для, для, для нас, если мы смотрим на, на модель, мы должны ориентироваться на Нюрнберг, но не можем ориентироваться на ну, судовый процесс, который был по Слободану Милошевичу, международный криминальный суд. Для нас Нюрнберг. Вот это пример. Я вам объясняю, почему мы по такому пути идем. Угу. Дело в том, что по, если вы имеете в виду процессы по бывшей Югославии, трибунал, то он был создан, я вам напомню, по санкции Совбеза ООН. Мы обойти, к сожалению, вот эту преграду не сможем. Она где-то есть преграда. Потому что а, постоянным членом Совбеза является Российская Федерация. Она никогда не согласится создавать трибунал по Украине, потому что она прекрасно понимает, ну, Ничего, догадывается, да. догадывается участи своей. То есть она не будет себе рыть собственную яму. Из-за этого вот такие так называемые механизмы и мы предлагаем. Мы настаиваем на таком механизме, национальном механизме с международным элементом в Украине. Я вам рассказываю, что процесс, какие процессы в данный момент идут. Сейчас идут процесс по поводу создания трибунала по агрессии, который в составе коалиции стран собирается создать, прописать ей устав, декларации, и по которому, естественно, она будет опираться на, опять же, римскую устав, потому что все эти страны являются странами участников римского устава, и они собираются вот таким образом рассмотреть преступление агрессии. Uh -huh. Хотя я еще раз повторяю, вернусь, что на мой взгляд, это мое мнение личное, что мы могли бы, создав этот трибунал, создав гибридный суд, мы могли бы, в том числе, рассматривать само преступление агрессии. То есть у нас не было бы необходимости строить этот uh -huh. трибунал. Ну, поскольку этот трибунал уже строится, то есть мы не можем говорить. И что касается международного уголовного суда, о котором вы начали свой разговор, здесь надо делать уклон на то, что, вот я еще раз поблагодарю вас за тот вопрос, что мы могли бы столкнуться там завтра, это вы бы достаточно правильно заметили. Здесь как раз международному уголовному суду надо объяснять, либо, по крайней мере, там, давать понять о том что они должны заниматься бигфишем так называемым большой рыбой Людей, которые военно-политической элиты, которые были причастны к преступлению. То есть я думаю, что мы построим какой-то механизм, который будет в состоянии привлечь там, генералов, э, исполнителей, э, тех э, людей, которые давали приказ. Я думаю, uh -huh. каким-то каким образом мы какой-то выстроим механизм. Основная миссия, которая должна делать уклон международному суд это естественно э, военно-политическая элита которая причастна к совершению предполагаемых преступлений. Я правильно понимаю, что Путина, ну, такого коллективного Путина, мы не можем притягнуть до ответственности, пока идет война? Нет, почему не можем? можем? Одно другому ни в коем случае не мешает. Угу. Если будет, это может сделать в данной ситуации, Международный уголовный суд может это сделать, если она установит при расследовании, что кто-либо из этого руководства Российской Федерации причастен к этому преступлению, он это может сделать спокойно. Также может спокойно сделать тот же самый механизм, если он будет построен к тому времени, вот, я имею в виду трибунал по агрессии, она тоже может в состоянии рассмотреть это дело. Якщо и колы? По крайней мере, я думаю, что на стадии это можно выписать ордер на арест. Ага, добре. А якщо і коли, я, я підкреслюю, коли а Путін помре. А це ж не говорить про те, що він не понесе відповідальності навіть після того, як він помре, що його можна буде засудити навіть після його фізичної смерті? Чи як Це... ну у нас є практика, коли ми розсматривали дело, пов'язане з голодомором, коли... Когда... Угу. в рамках национального судопроизводства по событиям 30-х годов как раз мы расследуя уголовное производство я говорил мы я имею в виду украина установила ряд причастных к этому преступлению геноциду по отношению да. украинского народа и как раз там были установлены практически все лица которые на момент расследования уже как бы не были в живых то есть с тем же самым же проблемой мы сталкивались когда расследовали преступления связанные с депортацией крымских татар, Аналогичная же проблема. С этой проблемой связываются и когда расследуют дело производства и э, в, по Камбодже, там особенности э, по хмерам которые э, в процессе э, расследования уже э, как бы э, ушли, в, как говорится, в, в мир иной, и э, в этом случае, естественно, эти процессы э, должны расследоваться. Это очень Скажем так, что если говорить конкретно, что предполагаемый преступник. Сканчається время час процесу, це не горіть о том, що процес не може бути завершен. Да? В будь-якому должна має поста поставлена, поставлена какая-то правова точка а, зараз в Україні і раніше було, але зараз зовсім активно. Говорюється думка стосовно того, що Путін це така маківка, так. А всього процесу, який відбувається проти України, і що не можна говорити, що це тільки Путін веде війну, а те, що це російський народ веде війну. Засудити народ, це неможливо. Чи можливо? Ну, Ми не можемо судити народ. Колективної відповідальності не існує в даному випадку, я правильно розумію. Нет, ну, смотря с какой стороны, э, с, с какой точки зрения говорить о коллективности. Если, например, взять э, коллективную ответственность э, этот Совет национальной безопасности России, который принял решение о нападении на Украину, то там тоже же коллектив определенный, mm -hmm. которым, я думаю, не то что э, а, а надо думать, а я думаю, что следует дать им оценку как раз через призму самого преступления, агрессия, да, то есть по крайней мере, хотя бы в соучастии в совершении этого преступления. То есть надо давать оценку mm -hmm. этим всем событиям. Я бы не стал бы говорить о всем народе, о том, что она причастна к совершению преступления. Mm -hmm. Знаете, скорее всего, с области морали. Вы выбрали этот, эту власть, этот режим. Ну, мы могли бы тем же самым же относиться и к нацистской Германии, которая в свое время очень яло верила гитлеровскую Германию и поддерживала его. Вы же сами прекрасно помните, с истории шкала доверия вот была так. достаточно высокая, а потом было море разочарований. Я думаю, что и режим в России, который на данный момент есть, она тоже была в разное время в разное. У -у -у. То есть, начало нулевых годов она была одно, в середине нулевых годов она была другое. В конце уже совершенно третье у людей возникло. А вы сгадали геноцид. Зараз і Верховна Рада України, і деякі країни Європейського союзу, зокрема Балтійські країни, вони визнають те, що зараз відбувається в Україні, геноцидом. Це коректно з юридичної точки зору. Ми дійсно можемо намагатися притягнути Росію за геноцид українського народу саме зараз, чи це теж з області моралі? Нет, это политическое решение, то, что принял парламент Украины и парламент этот, Латвии. Латвии, Литвы, да, Ирландии, да. Это, так, да, это, всем а, сдается. Да, это, это, а, это политическое решение. Опираться на это решение и осудить людей мы не можем, к сожалению. Чтобы дать юридическую правовую оценку этим событиям, необходимо расследовать эти все факты и устанавливать сам факт геноцида. Имело ли место оно или не имело место. Хотя признаки э, геноцида, оно как бы э, усматривается. К сожалению, этот продолжается не первый, э, я бы даже сказал бы век, оно продолжительное, длительное время, где э, в некоторых случаях вообще запрещался украинский язык, в некоторых случаях. Вроде бы во времена Советского Союза был доступ дан uh -huh. украинскому языку, но оно ограничивалось в определенных моментах, не создавались максимальные условия для этого дела. То есть я бы сказал, что этот вид, это, это, это преступление, которое, оно очень сложное, и ее надо необходимо более глубоко расследовать. Ну, у нас возникает вопрос, является ли геноцидом то, что происходит, либо, скажем так, происходило в Крыму и на Донбассе до 23 февраля. А что именно? Паспортизация, запреты на украинские школы, учебные заведения, кинотеатры, театры, концертные залы, где до 2014 года в этих городах и населенных пунктах этих территорий, в которых проживали украинцы, говорили на родном языке, а потом в один прекрасный день они перестали делать. Украинцы, которые находятся там, практически у них отсутствует возможность говорить на своем родном языке, а поскольку мы прекрасно понимаем о том, что это очень тонкая грань, и ассимиляция, которая там происходит, вот в такой, в гибридной форме, оно практически за 8 лет им удалось о том, чтобы на острове перестали вообще говорить на родном языке. Можно ли это называть геноцидом? Конечно, присматриваются эти все признаки. Это необходимо расследовать. Это была целенаправленная задача. В связи с чем это все делалось? Какую цель преследовали? С одной стороны, ты слушаешь так называемых глашаток Кремля, которые говорят о том, что этого народа не было. Русские, белорусы, украинцы – это один народ. Это диалект русского языка. И преступления, которые происходят в Мариуполе, происходили, происходили в Киевской области, на Сумщине, в Чернигове, это можно ли говорить о том, что эти преступления были направлены на то, что это было связано с именно с национальным фактором? Но одно знаю бесспорно: перемещение наших детей с оккупированных территорий на территорию российской федерации где размещаются эти дети в русской в русских семьях в русских в российских учреждениях где не дают им возможность говорить на своем родном языке это все все по крайней мере подпадают под конвенцию о противодействии геноциду. то есть полностью mm -hmm. подпадает. И вот в этой ситуации я бы, следственным органам, бы посоветовал бы делать уклон на именно на это направление и тщательно расследовать именно вот этот клуб вопросов, потому что я не знаю на самом деле это так и есть или нет. Опираться на эти цифры не хочу, но вот, к примеру, с, с источников, которые исходят из России, они могут быть увеличены. Мы знаем, что это, по фейк ньюсам и они, как говорится, чемпионы что до 300 тысяч детей было вывезено. То есть этому надо дать тоже оценку. Да? То есть это было на самом деле так или нет. Если это было, то я думаю, что вот именно в этих действиях непосредственно есть признаки. У нас есть дети, которые оказались по непонятным причинам в Беларуси. Да? То есть по этим кейсам наши адвокаты Коалиции Украины 5 утра собираются брать процессы и представлять интересы жертв, которые оказались там тем или иным образом. Когда раскалываются семьи, когда даже жители самого Донбасса оказываются на территории Российской Федерации по непонятным причинам, почему-то у них забирают паспорта Украины, после этого им выдают какие-то удостоверения личности, и они должны передвигаться именно по этим документам. То есть очень много вопросов, которые следует исследовать и устанавливать, есть ли здесь признаки что это связано все из-за того, из-за национальной принадлежности mm. или нет. То есть вот этими всеми моментами необходимо заниматься и исследовать это. Зрозуміло. Все. Глубокий вопрос. Еще раз нагадаю, Гиндус Мамедов, эксперт из международного криминального права и заступник генерального прокурора с 19 по 21 роки есть программы «Я не могу не спросить. А, а, до речи, вот то, то что эти а, чемпионы по фейкам говорят, ну, я так вранці 23-го прокинувся, і так дивлюсь в дзеркало, я що нацист. Ну, дійсно, от, от це наратив, який вони просувають, так, що тут живуть нацисти, всі націоналісти, всі фашисти. Як вам здається, наскільки сильно це впливає от на. Ну, По-перше, на безпосередньо тих людей, хто це говорить, на це військово політичне керівництво Росії, Путін дійсно думає, що ми нацисти, чи він грає, говорячи про це і порушуючи таку емоційну хвилю серед своїх співгромадян, що вони дійсно воюють з нацистами. Він вірить в це, чи він грає, як вам здається? Десь, мені... А... Всего разу сто прокураруя где-то немного психологи, но uh -huh. вот, э, uh, где на самом деле. Але не, але на психіатра, <laughs> я, <наскільки laughs> я наскільки я розумію. <laughs> Нам тяжело, э, честно говоря, сказать, о чём он думает и о чём он, а, чем он регламентировался Ну, до себе було. ви зрозуміли, чому він напав на Україну. Вы знаете, в любом случае это преступные действия. Да? Знаете, в уголовном праве есть такое понятие самонадеянная формы вины. Если говорить человеческим языком, это халатность. Uh -huh. да? даже, даже в этом есть определенное преступное деяние у человека. То есть здесь как раз чем он о чем он думал, когда он эти принимал решение, мне тяжело это сказать. В классическом случае необходимо провести психопсихологическую экспертизу и устанавливать uh -huh. это в состоянии человек, который совершал это преступление. Что касается вопроса, действительно ли оно действует на людей, ну, раз они тратят безумные деньги, я думаю, даже не меньше, чем на оружие, на журналистов, и ну, вот обратите внимание, я не знаю, что каждый журналист в Украине может там похвастаться своими загородными домами в Италии, не каждый может, вот. я бы даже сказал, не может. Вот, в России, наоборот, э, я даже думаю, что там э, большинство этих людей, которые постоянно занимаются пропагандой, даже листовки, которые забрасывались, забрасываются на оккупированной территории. И в Запорожской области, на, на вашей, кстати, родине, uh -huh. и в Херсонской области, и на других оккупированных территориях, в Харьковской части, части области, там листовки, где именно ä, пропагандируется смотреть там определенных ä, журналистов, не хочу называть их не фамилии, чтобы ну, так. <laughs> не делать им рекламу, вот, где предлагают именно их смотреть, вот они говорят, на самом деле реально говорят правду. Значит, они во, в, 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 в все целы верят uh -huh. в то, что они делают. И очень много независимых СМИ, которые там до определенного времени могли пребывать на территории Российской Федерации, проводили какие-то разные э, исследования, которые потом транслировались. И из того, что я вижу, что большинство людей как бы верят в то, что э, происходит, верят в какой-то нацизм, который происходит в... В, 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 в Україні, і я думаю, що цю роботу вони ділять і будуть продовжувати це діти, mm -hmm. тому що вони знають, що оно роботи. Ну так, дійсно, можливо, не вірити в це, але якщо це працює на, на їх електорат, ну, можливо, вони будуть продовжувати. Окуповані території. Ми можемо говорити, що дійсно з юридичної точки зору, тому що юридична точка зрения, людська точка зору, вони Не завжди співпадають, що там дійсно вже є окупаційні влади. Я маю на увазі Херсонщину, перш за все, так і свою ту саму Запорізьку область, що ми можемо притягати їх в тому числі і за ці злочини. І взагалі, як ви оцінюєте характер поведінку дії тих, хто зараз, ну скажімо, той самий сальдо. Да, який він там щось там на Херсонщині очолює, нібито а, його призначили, якісь заїжджають люди з Калінінградської області, наскільки я пам'ятаю, до Херсонської області, тож а, їх дії. А, це злочин, я правильно розумію? Характер окупації вони різні у нас на нашій території. От на тих територіях, де у нас приблизно 20% територій, які знаходяться під окупацією, вони достатньо різні. отличаются от друг друга. Есть одна форма оккупации, это Крым, где территория присоединена была незаконно на территорию, присоединена была к России. Есть территория Донбасса, где были созданы так называемые квази две республики. И есть Харьковская часть области, Запорожская, Херсонская, где совершенно другая форма. И вот из этого письма, которое мы в последнее время получаем, информацию получаем из этих оккупированных территорий, мы видим о том, что, в частности, то, что мне поле зрения попадало, где они опираются на Женевские конвенции, когда там проповедуют нашим учителям, чтобы они выходили на работу. В противном случае они будут подвергнуты к санкциям, предусмотренным Женевской конвенции. На самом деле есть такая дисциплинарная ответственность, если территории не выполняются требования, законные требования оккупационной администрации, то их можно подвергать. В этом случае, а, а, если даже эти характеры, они разные, но, в, а, 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 скажем так... Ну, с пильным что-то будет. С сами факты преступления. <честь> они во всех этих трех регионах, в а, смысле, ну, это три Три сектора, я три сектора назвал. да, так. давайте назовем три сектора, да. В трех секторах они одинаковы. Uh -huh. Вот совершенно одинаковы, практически одинаковы. Их здесь не отличишь. Ну, какие, к примеру, это э, пытки, это паспортизация, это закрытие украинских школ, это перемещение граждан, э, гражданского населения, это э, этот внесудебный э, доступ к справедливому суду, внесудебные даже были факты казнь и э, не за, этот, не, этот жестокое обращение с военнопленными. Mm -hmm. То есть характер везде, э, вот э, преступление у них один mm -hmm. и тот же. То есть методика одна. То есть попытаться э, с силой создать такую э, буферную зону на территории Украины и назвать его Новороссией попытаться его как-то исторически оправдать, вот эти все документальные фильмы, отчерки, э, декларации, которые руководство Российской Федерации регулярно делает, да, то есть вот они вот таким образом пытаются, э, э, скажем так, репрессивными э, методами внедрить там и реализовать тем или иным образом. Но при этом, действительно, это вы влучно сгадали, А вони окупанти, і вони мають якусь таку сумління звинувачувати нас або тих людей, які зараз знаходяться на цих тимчасово окупованих територіях в порушенні Женевської конвенції. Це на голову не налізе, не налазить. І я вже не говорю про. На хлопців з Азову, які знаходяться там військовополонені, як до них ставляться. А, велика тема. Це не, 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 не вистачить нам часу. На жаль. А, більш конкретне питання це мародерство в, в таких в державних обсягах українське зерно. Ми можемо його якось повернути. Ми можемо висувати вимоги по компенсації вартості цього зерна, яке було вкрадено расистами, яке пішло по світу на їх кораблях. Безумовно, ми можемо і ми повинні це робити. Тим більше, це ні в якому суті не зв'язано з неучтеною вигодою, а це факт: є урожай, є цифри. вот, и эти факты перемещения этого зерна в другие страны, это тоже установленный факт. И здесь надо проводить определенные следственные действия, опять же, в рамках уголовного производства, уголовных производств, которые, кстати, я знаю, что некоторые из них открыты. Вот, и впоследствии, когда речь будет идти о репарации, эти все моменты должны быть учитаны. Угу. Ви впевнені в тому, що справа дійде до того, що ми будемо вимагати репарації від а, расистів. Знаєте, якщо я, я б не вірив, я б не займався этим напрямком І я во все це вірю, що справедливость рано или поздно восторжествує. Я вірю в справедливість справедливость, я вірю в, в що будуть суди. и я думаю что в этом, вот, вот как раз вот в этом именно вопросе мир объединится для того чтобы предотвратить последствия таких подобных агрессий, которые происходят у нас угу. после так скажем так окончания второй мировой войны угу. должны быть когда, миропорядок, он должен быть изменен, который например есть вон эта институция не работает в полной мере она не может по крайней мере защитить такие государства как украина от агрессии таких больших ядерных государств, как Россия. И для того, чтобы мы могли себя каким-то образом защитить, мы должны как-то пересмотреть этот весь порядок. И поэтому должны быть внесены серьезные изменения. Я не знаю, должны дать полноболтинительные полномочия тому же институцию ООН, либо это должен быть Международный уголовный суд, либо суд ООН. де хоча б могли придатти це всього mm -hmm. кулібу агресію, багато говорять про, про відновлення України, і українська делегація їздила до швейцарського Лугану, презентувала план на 750 п'ятдесят мільярдів доларів на 10 років відновленню. І одразу постає питання: де шукати кошти, і всі згадують про заморожені російські кошти. Там, хтось говорить 300 мільярдів доларів. Хтось говорить про там, більшу суму, меншу суму, але тим не менш. Російські кошти, які заморожені в захід, на, на західних рахунках. Чи є механізм дійсно забрати ці кошти у расистів і передати їх Україні, я uh, одному вірю, що uh, експрепіація цих uh, активів, конфіскація активів. должны происходить в правовом поле, на правом поле. Поэтому должны быть разработаны определенный механизм. То есть политическим решением забрать и отдать это не самый правильный путь. Тем более само само понятие замораживания и ареста ни к чему не приведет. У нас есть горький опыт после событий на Майдане, когда большое количество европейских стран в солидарности с новыми украинской властью наложила большое количество арестов э, и заморозила активы так называемой э, преступной власти, которая пребывала до 2014 -го года в Украине. Но мы прекрасно знаем, чем эти все истории закончились. После э, большого, скажем так, э, солидарности, угу. которую э, поддерживала демократическое преобразования Украины, пришло время права. И начали требовать э, определенных э, фактов, преступных действий тех или иных лиц, которых Украина э, вначале, э, э, скажем так, колословно обвиняла в совершении тех э, преступлений. И вот э, как раз вот этот момент э, мы, к сожалению, на мой взгляд, э, не должным образом этот, выдержали этот экзамен. Что мы имеем? Мы имеем очень много большое количество арбитражных и судов, и, и в том числе Европейского суда по правам человека, где эти все размораживались, эти активы, снимались аресты и тому подобное и так далее. То есть мы должны учитывать эти ошибки, эти промахи, и не допустить последствий э, таких ошибок. Поэтому основное должно быть э, этот, э, акцент должен быть на расследовании этих преступлений, установление этих преступлений, причастности тех или иных людей. И вот эта причинно-следственная связь должна быть установлена именно следственными органами. Угу. Это большое, большое домашнее задание, которое есть у Украины. И за нас это никто делать не будет. Рано или поздно к нам обратятся. Окей, вы считаете, что это было. Покажите, пожалуйста, как, при каких обстоятельствах и почему. Зрозуміло. Ну тож працювати, працювати ще раз. Працювати. Дякую дуже. Дякую так, дуже. Гіндус Мамедов, експерт з міжнародного кримінального права та заступник генерального прокурора з 19 по 20, 21 а роки був гостем програми. Я не можу не спитати про Валерій Калниш. Дякую, що слухали. До нових ефірів. Що п'ятниці о восьмій вечора? Валерій Калниш у програмі. Я не можу не спитати.